Засняли тренировку рук. Первое упражнение – французский жим с изогрифом, лежа. 2-3 разминочных подхода на 10-12 повторений и 3 рабочих подхода на 8-10 повторений. Вторым упражнением было поднять штангу на бицепс с изогрифом, 2 разминочных подхода и 3 рабочих на 10 повторений. Третье упражнение – французский жим кантелей сидя. 1 разминочный подход и 3 рабочих на 8-10 повторений. Четвертое упражнение – подъем гантелей на бицепс с супинацией. 1 разминочный подход и 3 рабочих на 8-10 повторений. Пятое упражнение – разгибание рук с верхнего блока с кривой рукоятью. 1 разминочный подход и 3 рабочих на 10-12 повторений. Шестое упражнение – молоты с гантелями, стоя поочередно. 1 разминочный подход и 3 рабочих на максимальное количество раз.